сяду-сяду на пенек, съем-съем пирожок. Не садись на пенек, не ешь пирожок, неси бабушке, неси дедушке. Целое поколение наших людей воспитывалось именно на этих сказках. И я предлагаю сделать кукольного сказочного персонажа медведя. Для работы сегодня нам понадобится махровый носочек, фетр, кусочки меха всевозможные. Кроме этого, нам нужны глазки, вот такие, клей и синтепон. Небольшое количество, слегка его распушиваем и кладем пяточную часть. Это у нас, как вы догадались, будет хвостик. И прошиваем. Для того, чтобы сделать голову, нам опять понадобится синтепон, только количество его будет гораздо больше. Делаем в синтепоне небольшое углубление для того, чтобы у нас рука вставилась. Вот у нас уже получилась основная часть ее. Вот она уже у нас кланяется. Осталось заставить ее двигаться, разговаривать и создать ей свой образ. Нам нужно сделать теперь носик. Носик мы делаем из вот этой бежевой части. Вырезаем своеобразный такой треугольник, соединяем лицом мех вовнутрь, сшиваем швом через край. Аккуратненько втапливаем краешки меха, чтобы он нам не мешал. Дети начинают, могут шить с 6 лет. Он может прошить этот хвостик под руководством мамы. Предварительно нужно ему показать шов вперед, иголку, как это делается. Ребенок прошивает, а мама, допустим, прошивает вот эту часть носика к носку. То есть ребенку это достаточно сложно. То же самое нижнюю ротовую часть, то же самое. Это ротик вот этот вот, пришьет мама. Ушки он обошьет тоже сам. Тоже можно это делать. Каждую из игрушек мы ее оживляем, то есть вносим свое настроение. И когда ребенок показывает характер героя, то он сам становится героем этой сказки. Поэтому это тоже творчество, фантазия и воображение, умение разговаривать, мышление развиваем ребенка. Разыгрывать сказку можно и маме, и папе после работы. Они уставшие, приходят домой, и вдруг ребенок показывает им свой сюрприз, он показывает им свою сказку. От этого на душе родителей становится тепло и хорошо. Поэтому хорошо проводить так вечернее время вместе с детьми. Наша игрушка наполовину готова. Можно по этой же основе сделать фигурку крота. То есть проявить ваше воображение и творчество. Для того, чтобы у нас появились ушки, нам нужно выкроить полукружки, состоящие из коричневого цвета и светло-беж. Шьем аккуратно, швом через край. Дети у нас воспитывались и воспитываются всегда на сказках. Наши русские народные сказки учат доброте, послушанию, терпению. Каждая сказка заключает свой воспитательный смысл. Воспитывались на них наши бабушки, наши дедушки, и будут и по сей день воспитываться наши дети. Теперь наша задача, кроме этого, сделать меховое личико такое. Вот так у нас появился такой полукруг. Мы пришьем сейчас эту лицевую часть к голове. Когда мы учим детей шить, то обязательно обращаем внимание, что дети должны нитку отмерять по локотку. То есть, если будет очень длинная нитка, то ребенок будет в ней путаться. Поэтому еще наши бабушки учили в те времена далекие, что надо отмерять ниточку по локотку. Именно этому приему вы будете учить тоже своих детей. Следующий этап работы мы сейчас будем работать с ртом. Из этого красного кусочка мы сейчас выбережем
детальку. И у нас должна быть вторая деталь бежевого цвета. И складываем лицо с лицом и прошиваем швом через край. И получаем ротик. И пришиваем вот так. Берем фетр коричневого цвета. Сразу мы вырезали руки. Выглядит она просто, как варежка, эта деталь. Вот такая она в развертке. Если ее сложить пополам, то мы увидим ручку перед собой, которую остается только прошить. У нас появились две одинаковых заготовки. Это наши лапки. Сейчас нам надо их набить. Наш медведь практически готов. Только необходимо нам сделать, приклеить глазки. Помним, что клей титан нужно слегка выдержать некоторое время. Поэтому приклеиваем не сразу. Ждем, когда он немножечко загустеет. Ну, примерно минуточку. Наша игрушка готова. Мы можем нашей игрушке теперь сшить рубашку. И у нас получится наш мишка. Но мы можем также сшить игрушку из другой сказки. Сказку «Три медведя». Если мы сошьем сарафанчик, то у нас получится Анастасия Павловна. Я желаю вам проявить свою фантазию, творчество, воображение в изготовлении игрушек. И чтобы сказки любили во все времена и дети, и взрослые.